Не хочу тебя прерывать, Кел, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Не волнуйся. Эти инструменты не доживут и до конца. Наверху. После тебя. Только взгляни. Корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Вперед! Берегись! Осторожно! Какого? Эй, ты цел? Я в порядке. Но лестнице конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же. Полегче! Просто прохожу мимо! Поднажми! Еще чуть-чуть и закончим раньше срока! Я уже чувствую вкус кредитов! Сегодня гуляем! Давай закончим побыстрее! Рискуешь, Кэл? Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Похоже на крыс со свалки. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Кэл, встретимся у захватов. Звучит неплохо, скоро буду. А ты как здесь оказалась? А? Ха!
Смотри, корабельный резак. Вот это да. Эй, нам нужно идти. Готово. Теперь ты. Буду. Так, заход зафиксирован. О! Ты как там? Я здесь. О, напугал ты меня, парень. Есть. Погоди, я сделаю. Готово. Давай сюда. Только посмотри! Истребитель джедая! Просто клад! Настоящее сокровище! Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи! Просто ужас. А я всегда говорю, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да, разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Ты живой? Кэл! Не могу забраться! Роб! Держись! Я соскальзываю! Нет! Не отпускай! Не удержаться! Роб! Нет! Роб! Роб, ты цел? Я в норме! Только прижало! Пилота нет! Я вытащу нас отсюда! Держись! Осторожно, Кэл! Берегись! Эта штука не пролетит! Держись! Прав, ты цел? Да. Надо уходить. Давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я же видел. Я же своими глазами слышал. Видел. Прав. За тебя же награда. Я знаю. Нужно. Я знаю. Так, что ж. Будем осторожней. Да. Ну и как ты?
норме. А ты? Тоже, да. Кэл, мы давно работаем вместе. И я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не забудь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь небезопасно. Может, ты того сбежишь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Пепперс поможет мне. Он вроде как на Наршат, да? Да. Мы теперь не скоро увидимся, прав. Да. Ну ладно. Ладно, Кэл. Куда ты идешь? Запоминай. Учитель. Верь только в силу. Поезд встал. Ага. Что-то здесь не так. Всем встать! Проверка личности. Всем построиться. Может, очередная проверка на контрабанду. Это точно все? Да, вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду. Иначе всех вас ожидает смертная казнь.
Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при Империи инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Ралф. Мы все это знаем. Просто боимся сказать. Для Империи мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Нет! Световой меч, неужели? А вот и джедай. Ну и боль. Стоять, не с места! Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонний. Эй, может, не будет... Давай. Слышал, что передали по связи. Джедай? Опасно. Мимо... Это предатель! Вот! Мы за ним следим. Объект здесь. Огонь на поражение. Так вот. Береги! Принято. Грузовой люк заблокирован. Ты не уйдешь отсюда живым. Не останавливаться. Я решил отдохнуть. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Отдохнешь, когда умрешь, штурмовик. Приближается противник! Кто-нибудь! Ну хоть кто-то, помогите! Что это там?
справлюсь. Без проблем. Пойти вперед, остановить поезд. Надо успеть между выстрелами. Сейчас. Они отстрелили ТП. Надо вниз. Тебя, когда сможем! Еще. Поезд встал. Это не к добру. Держись!
собрал. Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку. Кто твой учитель? Подавал. Вдруг я его убила. Кто пожертвовал собой, чтобы ты выжил? От следующего удара не уйдешь. Подойди, подавай. Твой последний удар. Моя смерть все ближе. Мной не угнаться. Ладно, от следующего удара не уйдешь. Эту штуку и садись. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Я Цере Джанда. Это мой капитан, Грис Дридус. Как дела? Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Вдвоем? А кто еще? О, мы тебе не подходим.
Совет джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. А пока что пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока. У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Кал, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудик. Это песня. Это я сочинила ее. Коснувшись предмета, ты видишь его воспоминания, его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Откуда ты знаешь? Я была джедаем, но это в прошлом. Мы знакомы? Нет. Я знала твоего учителя, Джара Топала. Настоящий защитник республики. Да, он герой. Кое-что произошло со мной во время истребления. Я выжил, но моя связь с силой нарушилась. При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там и... Ты выжил, Кэл. И ты не один. Это в прошлом. Приближаемся к месту назначения. Один джедай нашел это место до истребления. Но на картах его нет. Империя не знает о его существовании? Нет. Ну, каков план? Мы тут спрячемся? Хватит нам прятаться, Кэл. Видишь сооружение? Полагаю, что в этом хранилище скрыт ключ к возрождению Ордена. Но лишь тот, в ком велика сила, пройдет испытание. И раз ты больше не джедай, тебе нужен я. Знаю, ты не веришь мне. А я не понимаю, можно ли верить тебе. Но у нас есть общий враг. И общее дело. Сообщу детали, когда идешь до хранилища. Ну, а сейчас иди познакомься кое с кем. Да прибудет с тобой сила. Похоже, я ищу джедая. Но если здесь уже есть джедай, зачем же я, Цер?
Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. О, привет, малыш. Эй, Бедди один? Я Кэл. Я в норме. Так, ищу кое-кого. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ты что, взломал ее? Спасибо. Вот хранилище, о котором говорила Цере. Там тот, кого я должен найти. Есть идеи? Надо как-то преодолеть это пространство.
По тросу? Ты знал, что это сработает? В смысле нет? Осторожнее там! Выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Держите, дядя! Я иду! Как ты? Эй, могу помочь. Что скажешь? Оп. Ладно. Ага. Так. Щуп слегка поврежден, но я поставлю тебя на ноги. Так. Вставай. Вот как. И я в хранилище иду. Ну что ж, сперва надо как-то отсюда выбраться. Беди, я здесь не пролезу. Не переживай, я выберусь отсюда. Тесно, но попробуем. Эти лианы куда-то ведут. Надеюсь, выдержат. Да, я в норме. А? А? Это что, Стим? Ты полон сюрпризов. Мне лучше. Хороший дроид. Так, вторая попытка. Что ж, так, взбирайся. И как ты здесь очутился? Не помнишь? Мне не встречались забывчивые дроиды. Не поспоришь.
Как ты там, BD-1? Эй, BD-1. Нам нужно вон туда. Я чувствую. Ты отметил все места, где мы были? Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь. Куда же ты? Что это? Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Давай!
выручишь. Там что-то есть? Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне. Еще. Соберись. Сила и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки.
Эту сумку кто-то привез с Корусанта. Ее владелец злился на совет джедаев. Здесь было место для медитации. Кого-то знакомого с Орденом джедаев. Вот это жучище. Взломаешь? Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому богату — ты храбрец. Погоди. Это что-то полезное?
На перегонки? О, держи. Это еще не конец. Ладно, ладно. Ты бы все равно выиграл. Наверное. Впечатляет. Что такое, Биди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы, видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон с именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Так это с тобой я должен был познакомиться. Знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права. Может, хватит прятаться. Эй, а хочешь, познакомлю с моими друзьями? Думаю, я нашел, что ты хотела. Похоже, так и есть. Мы вас ждем.
Юрий? Просканируешь? Спасибо. Что Зефы интересовались Датамиром. Странно, что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Пойдем, Биди один. Обратный путь должен быть короче. Что это за место? Когда я изучал ту сферу, что наверху, я чувствую его восторг. Thank you.
Судя по виду, воняет это существо похлеще гриза. Нужна помощь! Бросай! Бедного Боблика убили. Он пытался защитить свою семью.
Ты прошел испытание. Так ты знала о беде один? Заходи, поговорим внутри. О, беде один, это Грис. Привет. А это что? А ну, брысь! Прочь! Прочь с Невада! Фу, убирайся! Иди вон! Это беде один. Наш друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти Патоли? Нет, не знаю. О. И не говори мне, что он нашел только дроида. Успокойся, Грис. Не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Эна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Голокрон из архива. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев. Я так и знала. Ох, Кордова дуралей. Ты знала его? Да. Давным-давно я его ученица. Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем об Огана. Минутку, погодите. Гола что? Голокрон. На нем информация, доступная лишь джедаям. Сейчас у меня завалялся один. Используй силу. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали. Список чувствительных к силе поможет возродить Орден и свергнуть Империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его! Но Голокрон спрятан в хранилище, и найти его можно, лишь следуя по пути Кордовы. Еще Эна говорил что-то про Датамир и о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим? Я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно. Но для начала хочу понять вот что. Почему ты больше не джедай? Одно событие сильно изменило меня. И я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить Орден? Я считаю, что Орден Джедаев — это наш шанс победить Империю. А что ты считаешь? Я считаю, прятаться от Империи бесполезно, так что выбора нет. Кэл, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор. Так ты в деле? В деле. Датамир или Зефа? Выбор твой. Так, посмотрим, куда дальше. Итак... Зефа. Сегодня наши вооруженные силы стоят на страже закона Империи и дают отпор любому, кто посягнет на процветание галактики. Слышишь этот бред? Выключи его, Грис. Лживые имперцы. Кто вообще купится на эту чушь? Многие обитатели центральных миров. После прихода Империи их жизнь почти не изменилась. Ой, я тебя умоляю, некоторые из них даже стали еще богаче. Не то, что в идущих в расход мирах, не то, что на Латероне. Пока Император делает нужных людей счастливыми, все так и останется. Вот зачем нужны джедаи. Надо быстрее раздобыть эту голоштуку. Так, мы на месте. Полезай в кресло.
разбушевалась. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись. Безупречно! Гризи может, детка. А, но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефе, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи.